хорош, дефьюз. Дефьюз, дефьюз! О, у него еще дефьюз кит есть. Все, пацаны, мы затащили этот раунд. Еее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 
Фролов. Смена команд сейчас. И сейчас у меня банят. За что? За читы, которые я использую. Какие читы? У меня бомба! Паша, мне не надо бомба! Эй, да, кому-то скинул бомбу. Пару Руслану. Ким мне беретиков. Мне не надо. Иди нафиг. Я пойду со спайком. Ара, давай, go rush it back, go rush it back. Сейчас со спайком иду. Я не знаю, как вы, а я кидаю ложную. Так, на миду очень много, я слышу, они раш походу. Можно найти, я думаю. Дискурить много так. Я убил... Ну вон украл все мои флаги. Щит. Убийственная инициатива? Мы всех замочили, пацаны. Мне дали ачивку. А, кому бомба? Кому моя бомба будет? Ах. Так, я куплю калашик. Я, короче, вот... У меня будет. Я куплю набер сапера. Набер сапер. Как ты купишь на. Паша, крыса! Паша, читер! Паша, крыса, он купил! Набер сапер! Он, потому что он на самом деле коп. То есть, спецназ. А куда идем-то? Паша, мамки твои домой! Один дигл и береты. Да норм, все слышит. Наверное. Осторожно. А, блин, световая ко мне прибежала. Хорошо. А, он там идет! Паша, я кидаю световую! Нет! Да! Паша такой сидит там! Где Паша сидит? Паша, сиди! Бомбу уронили! Петь! Да правда? Ты такой... Я умер, такой, Паша, сиди там. Свой там, кто свой. Свой. Бомбу подберите, мать его! Террорист такая стоит команда. Тихо, гем, да я сейчас знаю, я бы сейчас. Опа! Ха! Мне кажется, наш тим 1-0 из 10. Все из-за спайка. О, боже мой. Нет, пожалуйста, я хочу выиграть! А! Нет! Ты умер? Да ладно! Не, я просто тебе говорю. Молодец. Спайк жесткий. А, хорошо. И там один бот. Там один бот? Да. У них там один бот, смотри. Бот. Смотри, этого спайка сейчас бот убьет. Так за него играть не. За бота играет же. А, окей тогда. У него ВХ, по-моему. Ёж, ВХ, чувак. ВХ? ВХ. Видишь, он знает, где он находится. А где бомба-то? Ей! Да, у него ВХ. Ставь бомбу. Он не успеет. Так, я хочу с бомбой в этот раз. Блин, смотри. О, бомба. Не у меня бомба. В общем, вот, смотрите, берем петуха. Да? Мне она нравится. Берем набер сапера. Кто мне кинул бомбу? Не хочу. То есть, когда саму ставку делал, я поставил эмку свою и, короче... Все бомбы выбрасывают, никому бомбы не нужны. С наклейками вернули. Натику нужна. Бомба — это большая очень ответственность. А с большой силой приходит большая ответственность. Да, вот. Большой пипичка приходит, большая пипичка. Оу. И это тоже правильно. Сука, у ХП. Ой, чьи ноги? Кто зеленый? Это у нас тот парень зеленый. Паркур. Господи, в доме один. Там еще один чувак! Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Во, Руслан, как сюда заползают. Неужто? Я знаю. Ты спрашивал? Я там уже сидел. Ты спрашивал. Ща! МГС-3 была самая крутая разновидность темы. Он сверху. Гей! Я читак! В МГС-3 была самая крутая тема. В МГС-3 вся самая лучшая музыка во всей серии. Нет. Да. В МГС-4 круче. Нет. В третьем. Короче, берем авапу. Чуваки, нет. Сейчас показываю мастер-класс с авапой. У меня появилась идея!
Окей. Оу, еее. Смотрите, берем за щитовапу, берем световую гранату, да? После того, как мы кидаем световую гранату... Руслан, у меня есть твоя одна световая граната, зачем она мне? Ладно, пусть будет. Кидаем световую гранату сюда. Флэшпанк. О, щит. Ну, как так-то? Я же им чисто в голову стрелял. Нет. What the fuck? I'm throwing a flashbang. Да, я на балкончике. В доме. И попал. Ну ладно. Ой, там два, кто там? Кто же Жань живый? Пашка. Оп. Там еще есть. А я думал, почему дверь не открывается? Там чувак сидел. Сейчас, Паша, возможно, сюда придут. Ноускоп, давай. Ноускоп 360. Смотри, смотри, смотри. Через стену давай. Через стену. Суспенс. Это два чока. Они, скорее всего, караулят бомбу. Второй там. Проверяй длину, это, вот там дальше свой. Свой, свой. Вижу, вижу. Бомбу гранаты кидай. Берите бомбу! Да мы ее, блин, знаешь, её... Секунд осталось! Бомбу бери и плейтить иди. А если таймер кончился, то ничья или террористы выиграли? Ой, спецназ выиграли. Спецназ выиграли. Окей. Опа, опа, опа. Там, там сзади кто-то. Ладно, вы бегите. Это свой, свой. Беги, ножик. У него моя световая граната. А? О, лол. А почему? Ха, покидает. Ливнул. Господи, мы не успели. Ну если в ПС, что с ней? Почему кнопка купить предыдущее не работает? Потому что, ну... Потому что нет предыдущего. Да есть предыдущий, я же покупал АКшку. У тебя нет прошлого. Только мне она не нужна. Который с P90 спамил. Кажется, здесь берем. Не, забирай клаш. Цель молотова. Курица попала, она не сдохла. Знаете, зачем нужен коктейль молотова? Что-то я не понял. Знаете, зачем нужен коктейль молотова? Чтобы, чтобы его кидать, не? Чтобы жарить людей. Ахахаха, Маш пустил. Они-то все, всей бандой. Где? Там, где Фнатик. Там, где еще Паша. А Фнатик где? Ты возле... возле Спайка. О, идем лонка. Ну, не знаю, как вы, я посижу на А. Не знаю, зачем. Пожалуй, пойду в другое место. Опа! Там убивают людей, ужас. Молодец. Паша, ты читер. Хедшот! Хедшот! Без... Это, вообще... Телескоп! Нет, Скоп, хорошо, через стенку, стену. Вообще. На самом деле, Паша просто MLG. Поставь музыку какую-нибудь. Герман, иди на А. Я на Б. Иди на А. Она так небезопасна. Шо? Прилился, смотришь? Ну чё? Вот. Чё? Я просто прокрался туда, где они все стояли, такой... Один дом стоит над этой дыркой, потом второй так... Нет, там вряд. Кинул, потом убежал, кинул молотов. Вообще. 10 из 10 тактика. Я из КС вообще немного сейчас смотрю. 3 максимум. Паша, у тебя бомба. А. Он считает Sparkles. 2 killship. И... Ну, стинт. О, стинт. У тебя бомба, Герман. А! Нет! Я иду на А. Герман, я сзади. Я тебя прикрываю дробовиком. Иди, я первый, я первый. Давай. Ло-ло-ло-ло-ло-ло, чуть не убили. Такое чувство, когда у тебя одно хп. Да идите вы в задницу! Вообще нечестно! На балконе два. У них два бота, нечестно. Два бота у них? Да. Нечестно, у них два бота! Это значит, что... А у Руслана одно хп. Я будет ужасно, если упаду. Нет, нет! Я не успел. Ой, ой, отдайте мой глок! Это, сам маки. Калашников.
Мне не дам. Дайте мой глок. Я случайно. Мой глок. У меня Расанин глок. А, у меня Пашин глок. А, у меня Пашин глок. Ну, к вам коктейль молотва, да? Зачем нам нужна бомба? Чтоб ее кидать. Да. Они что-то странные, они рашат, нам тоже бы пойти порашить. Это была раскидочка. Иди на мид, Спайк. Спайк. У кого бомба? Вашу мать. У меня. Иди сюда. 18 один бот. Мы 11 жизик. Я выиграл! Мы в последнее время что-то начали тащить. Я выиграл! Мы затащим, наконец-то! Мы на этой карте наконец затащим, пацаны. А может мы, А кстати, а может мы выиграем? Да нет! Ну у меня Герман на кубок купил вас в игре. А может все-таки выиграем? Надеюсь, вы меня слышите, пацаны. Скажи им, может они меня замутили. Окей, мы рашим Б. Да ну, пацаны, вы меня замутили, нет? Мы рашим Б. А может все-таки, ну, выиграем, как вы считаете? Пацаны, вы меня замутили, нет? О, щит! Бомбу скинь, дурак ЧВП не сбомбуй. Руслан, ты там полегче! Чувак уже скрыт прыгнул. Зверь! Не подыхал! Зверь мил. Эй, дай! Победю им сейчас! Я умер. Подсадка сюда. Зачем? Ты что творил? Как будто это сделал специально, да? Да. Не, как будто умирают, блин, нарочно. То есть, да! как будто... Оступился и упал. Ты упал? Да. Подскользнулся на... как голубиных. Оу. Да. Не, ну чё, бывай. Слушай, я тоже однажды подскользнулся. Metal Gear Solid. Втором. Тихо, спрячься, да, на птичьих какашках. Да, не зашли. А откуда? Сейчас убью всех нафиг! ВП. Сейчас убью всех нафиг! Герман, тише, тише, тише! Чё, тише? Вон он! Я не вижу ничего. А, я выиграл! Герман, ну ты нуб вообще. Какой нуб, нафиг, я затащил! Просто... Что это было? Чё, я выиграл. Берем Галил. Берем бутылку супа. Так как Галил. Так как Галил. Снова ее везет. Так как Галил 10 из 10. Герман, у нас даже не самое большое количество. Погоди, это мы 14 раз выиграли? Да! Я думал, мы 9 раз выиграли! Я думал, почему-то у нас счет уменьшается. Это оказывается. Мы тащим, пацаны! Мы, может быть, даже еще и выиграем! Ой, кто-то насрал. И все, и Андрей перестает нас называть нубами. Ну, Андрей просто обзавидуется. За него борода вырастет. А потом отпадет. Отвалится. Чес... Скар. На балконе. На балконе, Скар, ты что делаешь? Да ладно. Ты... Кто бомбу вырастет? Братишка, молодец. Назад иди. Герман, Герман тут стоит. Герман, кран. На балконе, Скар, тебя сейчас сольют. Там? Тут? На балконе был, на балконе. Тут был. Что ли? Нет, балкон, другой балкон. Они оба в том домике. Тише. А, теперь тот домик. Они сзади. Тихо, стой, тише. А-а-а! Шучу. Ты, конечно, зажег коктейль молотова в карман вообще. Советую Герману забрать. Да, удачи, забери там бомбу. Тайм. Вперед забираешь. Ага! И дохнешь! Иди, ой! О! Я не видел! Ну! Да я его не видел! Ну! Ладно, я пытался. Посмотри, я там рядом лежу. Потому что ты меня замутил, по моим предположениям. Потому что вы не отвлекаетесь, когда я спрашиваю, замутил я вас или нет. Ребятушки. Кому что кинуть? Тупая кнопка! Ой! Ой, спасибо большое, Руслан. Я за что? Да, слушай, я тут хотел ее купить, но мне тут идут. Так, там на балконе сейчас опять будет гол б. Пацаны, б. Бомбу, если можно, скиньте. Какого бомба? Бомбу. Меня. Бэк, блэк. Арр. Все, мы проиграем. Ава! Паш! А? Как дела? Норм. Эй, по мне попали с пингом!
Black and Black. Кто-нибудь подсадите. Он сгорел! Ну гори! Сгори! Флажер! Мы сейчас затащим, чувак! Короче. Давайте. Это курица кинула! Смотрите, смотрите, видите, да, короче, видите, видите, Герман, жми на тап. Ну и чё? Видишь, там самый последний бот в их команде. Юрий. Если ты понимаешь, чем я. Да. Ну и реально там один бот играет. Два бота. Нет, там за одного бота играли. Юрий. Только за одного бота играли. Руки в руки. Руки в жопу. Руки в жопу. Руки в жопу. Слова, пацаны, слова. На этот раз А. Ну хоть не... Ладно, не буду говорить. Кого бомба? Блин, ну... Я не хочу бомбу! Бомба это большая ответственность. А ты слишком безответственен. Да! Ты ленивый. И он даже уроки не делает. Да вот именно! Серьезно? Ну иногда да, иногда нет. Это зависит от настроения и... И загруженности. Это пока. Это кто? Русел, давай! Там сейчас здесь будет. Нет. Ааа! Блин! Руслан сзади! Руслан! Руслан сзади! Там крыса сидит! Сейчас убьет тебя! Русел, ты где? Давай, давай, убей его нафиг! Ааа! Он сдох? Бомба в двери! Я его убил уже. Бомба в двери? А где он? Там валяется. Где бомба? А вот он, дай. Какой фига? Дай мне бомбу. Дай ему бомбу. Ты дай мне бомбу. Во. Убей его, убей его, убей его. Убей его, забери бомбу. Мой рак, простите. Он, блядь, волк. Где он? Где он находился? Где он был? Посмотри, что наш. Да он сейчас замутил, в принципе, говорит. Мне такое чувство, что я сейчас обосрусь чуть-чуть. Он сейчас тебя убьет. Руслан. Руслан, тебе микрофон начинает передеть. Зачем сам открыть возьми? Пошел в жопу! Ну давай, сделай что-то. 2 хп! Да он просто так проверяет, знаешь. Ты чё? Не успеешь, да ладно. Ты чё, бомба? Это было слишком легко, если я пойду на А! Ну давай, секунду успеет, ладно, успеет, успеет. Уберите, что делаешь? Что он один? Сейчас сзади, бррррр, Руслан сдох. Давай! Ты оставь всё! Стой всё! Иди в церковь! Вали отсюда, блин! Нет! Если тебя пристрелят. Приспорим, он с кишки выйдет. С руины, с этих. Ну да. Зачем он вообще в землю сейчас смотрит? Это ему не придает угла обзора. Ты, Руслан, реально, зачем ты в землю смотришь? Руслан смотрит в землю? Да. Ты посмотри, он смотрит... Тихо, тихо! Не, на то место, откуда он выйдет. Говно! Руслан! Я не попал. Ну ты нуб, 0 из 10. Сука. Как тащил даже? Даже я бы попал! Не, вы, бля, шутите. Мы шутим. Ну такие петрусяны редкостные. Кому бомбу? Мне. Да? Да. Еее. Бум. Трш. Автоматик. Кстати, беру ССГА. Все, выиграем. Он отвечает с Оскаром, будет всех сливать. Давайте аккуратно как-нибудь действовать. Если не ССГА, а смуху, будем называть правильно это оружие. Мы эти лайки бесит. То есть, да. О боже мой! Там кровь! Там кровь, там прах погибших. Откуда? Братьев, да я вас ненавижу! Вот вы вообще, чтобы вы сдохли! Вообще, они подходят и сзади убивают, понимаешь? Не крысят вот эти, вот кто это? Кто меня убил? Флаксберг! Тупой швед! И сумрун. В кишку залазит, там один с 5 хп. Еще один. Паш. Офигеть! Он бы прыгнул и прожил тебе. О боже мой.
Мы просто умеем играть, все. Надо быстрее, если его, чувак. Что ты делаешь? Все равно не затащишь. Руслан, ты все равно не затащишь, иди сразу сдохни. Что сейчас курица сделал? Руслан. Он надеется, что с дробовика вынесет хэд. Руслан, ты надеешься, с дробовика вынесешь в хэд? Это вон шотное оружие. Новый мощный, он с ним надо уметь играть, как с ЛП. А он вот. Не имеет. А вот ты не умеешь, понял? Ух, там срывается что-то. Ну все, продул. Руслан. Ты еще бы, блин, на километре бы в него стрелял. Да ну, у тебя бомбы нету. Пиздец. Там... Так... Нормально, Руслан, не? Норм, все норм. А, ну, мы выигрывали. Купить предыдущее. А не только знали, что мы выигрываем! Выиграли, выиграли. Я поэтому и говорю, хули вы сливаетесь. Так, все, короче, сейчас еще один раунд берем и. Может что, пацаны? Пацаны, еще один раунд берем, и мы выиграли. Главное выиграть! Нет, с Паскаром жестко прям напрягать. Такое чувство, это охота просто взять ему ножик какой-нибудь карамбит засунуть в жопу. Ножик в жопу. Ножик 360 прокрутить. Потом вытащить, засунуть следующий там бабочку. И вот так вот все ножик. Так, давай сливай там. Ну кто? Самое главное. С Паскаром на меня, сука, пидор ебаный. Как же бесит, да? Ёбак нахуй. Давайте. Попробуй снять. Паша! РВ, ПГ. Хорош. Паша жестокий. Бота прям. Один там ну, с Б пойдет. Нет, на Б они идут или на. Да ебать его! Что за хуйня? Хорош, а вот Скарам обида. Да, эй! Пацаны! Не, ну нахуй ебан. Ну, нет. Так, да. Давайте поднимем. Как? Нам нужно затащить этот раунд. Да ладно, нужно выиграть. Слоу, Б. Слоу. Дайте мне оружие, пацаны. Идем медленно на Б, он говорит. Уже накопил себе денег на еще один. Медленно идем на Б. Вот так вот, Паша, медленно, медленно, Паша. Где Б? Если мы сольем еще два раунда, то есть один хотя бы. То есть все. Немного быстрее, пожалуйста. Вы знаете вообще, играть умеете, нет? Ааа, меня убили. Все дерзает только от вас. О, щит! Ты что, на огне-то не стоит, братишка. Возьми бомбу и иди на... Ты чё не взял гранату? Ой, мину. Ааа, бомбу! О, нет! Ой, все. У нас проблемы, пацаны. Ну, мы тут почти выиграли. У него 3 хп. Мы тут почти выиграли. Почти выиграли. Мы почти выиграли. Давайте. Так, опять все то же самое. На этот раз надо победить. Я тоже буду. Кто подобрал бомбу? Я подберу бомбу и пойду на Б. Герман, я иду с тобой. Давай. Давай только не на Б. Почему? Говно. I'm throwing a grenade. Боже мой. Эй, вот ты не подосъел чуть-чуть хотя бы. На бомбу! Ой! Отдай! Тут не честь. Где нам после зажали в спамне? Да я не хочу выходить никуда, меня убьют везде. Придурок со Скаром. Не то, да! Как вы ебнутые пиздец. Так, все, помолчите, я может отошлю. Но навряд ли, конечно. Их три. Это что сейчас было? Лол, я нос почесать, я нос! Он сказал, он хочет нос почесать! Это тот мой! Истечение кровью! Смотрите, какие у них статы были. Вообще удали, иди там в Call of Duty со Скаром своим. Нос почесал. Мне говно какое-то дали вообще никак. А мне финджи не дали. Мне что-то прикольное дали. Гоши что-нибудь. Не, по-моему, всем спасибо за просмотр. Не, дайте еще раз. Герман, говори. Всем спасибо за просмотр. Да не, сами поиграем. Если вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео. Да вы глухие что ли?
Ставьте палец вверх. Ставьте палец вверх. И один подпишись... рубль стоит. Кто? Колония. То, что тебе так что дали? Да. Один рубль, ты чё, это дорого? Давай, давайте чё... Рубль копейку точно. Давай ещё раз сыграем. Нет! Всем пока!